Хороший монтаж эффективно доносит до зрителя сюжет, без слов показывает связь между сценами, намекает на будущие события, иногда передает мысли персонажей. Хороший монтаж, если и выходит на первый план, то только в строго определенных моментах, когда зрителя нужно поразить хитрой склейкой, выжать из него очередное вау и тут же обратно погрузить в повествование. Эта красота может легко разрушиться, если зритель во время просмотра наткнется на надоевший или не к месту вставленный прием. Да, когда-то некоторые переходы считались новаторскими, появлялись всего в паре фильмов, потом в десятке, потом в сотне, и вот на них уже грустно смотреть. Киноделы, вас приветствуют Юрий Кулагин, Дарья Кулагина-Кравчук и Влад Саботовский. И сейчас мы будем совершенно субъективно, местами слишком эмоционально, но зато очень искренне обсуждать монтажные приемы, которые достали лично нас. Затемнение или фейдаут, то есть плавный уход в черный экран. Моя личная боль. Да, знаю, эта штука отлично сглаживает смену локации или переход по времени. Так монтажер может безболезненно, пускай и немного нарочито, сделать паузу в повествовании, отбить эпизоды друг от друга. Но затемнение сейчас ведь вообще везде. Это моветон. Ладно еще, если кадр уходит в черноту раз или два за фильм. Окей, можно стерпеть. Но когда чуть ли не каждый эпизод завершается затемнением, да еще и использует довольно пресные кадры, это уже невозможно смотреть. Зря ты бочку катишь на затемнение. Это ведь классический прием, родом еще из театра, когда в конце акта на сцене плавно гаснет освещение. Да и в умелых руках фейдаут преображается. Например, Ридли Скотт с помощью затемнения показывает помутнение сознания, взгляда, да и просто обморок. В общем, когда персонаж находится не в своей тарелке. Ладно, к Скотту претензий нет, но сейчас это скорее исключение. А в целом, столько ведь можно интересных альтернатив придумать, чтобы показать переход по времени без затемнения. Например, Джеймс Ганн в своем «Отряде самоубийц» составлял надписи из элементов сцены. Корней, огня, антенн на крыше. Надписи отмечают время и место действия, при этом плавно встраиваются в повествование. Воспринимаются зрителем как титр, какое-то время перетягивают на себя внимание, а потом переходят в действие. Ты вспомнила прям супер частный случай, хотя я бы лучше заменил затемнение на наплыв, который dissolve. Он тоже плавно выводит зрителей из сцены, но оставляет гору возможностей для интересных фишек. Апокалипсис сегодня с помощью наплыва создает ощущение дурмана, опьянения, усталости от войны. Побег из Шоушенка так передает бездонную тину тюремных будней. А еще наплывом очень удобно концентрировать взгляд зрителя на конкретной точке кадра, чтобы потом плавно перенести ее в следующую сцену. Слушайте, как по мне, подобные приемы в 2021 году надо использовать крайне аккуратно. Иначе можно сойти за неопытного монтажера, который просто не смог иначе обыграть переход от одной сцены к другой. Но также я часто замечаю, что если надо стилизовать монтаж под старину, добавить эстетики 80-х-90-х, то переход через полупрозрачность или уход в темноту будут смотреться уместно. Он что, ушел в темноту? Не совсем. Влад ушел вести курс «Монтаж видео», который стартует уже 30 августа. За 5 недель обучения студенты освоят Premiere Pro и After Effects, научатся создавать визуальные эффекты и красивую цветокоррекцию. Программа из 48 лекций рассчитана на профессионалов любого уровня, так что и новички, и опытные блогеры найдут для себя что-то полезное. А бонусом получат доступ в закрытый телеграм-канал, где регулярно появляются свежие вакансии для студентов. Если заинтересовал, подробности ищите в описании. Вот насколько тебя бесят медленные плавные переходы кадра в черноту, настолько же меня раздражает быстрый монтаж. Особенно если речь о фильме с по-настоящему приятной операторской работой. Кадры хочется рассмотреть, проанализировать, но монтажеры не дают такой возможности, а гонят действие вперед.
Я вроде понимаю, зачем настолько мелко резать кадры. У Майкла Бэя это нужно для задорного экшена. В «Богемской рапсодии», чтобы передать напряженную обстановку в группе. В «Женщине-кошке», чтобы скрыть не самые удачные трюки Холли Берри. Но эффект срабатывает далеко не всегда. Споры Фредди Меркьюри и Брайана Мэя кажутся не напряженными, а просто разорванными по композиции. Акробатика кошки больше похожа на эпилептический приступ оператора. И как тебе вот эта сцена из «Третьей заложницы»? 15 склеек на один прыжок через забор. Но это же погоня, тут нужно передать динамику. Или тебе и экшн-сцены подавай долгими порциями без склеек? А почему нет? Сейчас длинные боевые сцены без переходов даже в моде. Вспомни «Сорви голову» или «Взрывную блондинку», в которых от мордобоя одним кадром прям дух захватывало. В общем, ты предлагаешь вместо быстрых склеек использовать внутрикадровый монтаж. То есть передавать динамику с помощью работы оператора. Передвигать камеру, менять ракурс, приближать кадр, фокусироваться на какой-то его части. Да, это красиво, но с точки зрения кинопроизводства сложно. Запариваться приходится и оператору, и режиссеру, и актерам, которым нужно заучивать долгие диалоги вместо пары реплик. Хотя результат обычно и правда получается классный. Мне вот эта сцена из «Шучу» сразу вспомнилась, например. Слушай, ну это экзистенциальный вопрос. Вымучивать мизансцену или уповать на динамику монтажа? Потому что чем больше склеек, тем меньше запары со световыми приборами, расстановки актеров и их игрой. Все можно скрыть за килотонной дублей. Но истинное мастерство режиссуры и режиссуры монтажа проявляется как раз в том, чтобы балансировать на тонкой грани между динамичной нарезкой из склеек и грамотно поставленной мизансценой. В сухом остатке. Если сцена снимается одним планом, это будет сложно и дорого, но правдоподобно. И очень сильно вовлекает зрителя в происходящее. А вот если у вас очень сложная постановочная сцена, а актеры играют плохо, и на свет денег не хватило, то тут можно подспастись большим количеством склеек. Разделенный экран, он же коллаж, он же сплитскрин, может добавить кадру динамики, показать одно и то же действие с разных ракурсов или акцентировать внимание зрителя на конкретных деталях. Причем в руках разных режиссеров он обретает совершенно разную форму. Квентин Тарантино в «Убить Билла» задавал разделенным экраном ритм сцены, а Гай Ричи выстраивал на коллаже визуальный юмор. Так, что ж тебя смущает? Все, что смонтировано в духе Халка 2003 года. Одним словом, комиксы. Коллаж прям напрашивается в экранизации графических романов, но очень редко смотрится в них хорошо. Для кинокомиксов это слишком нарочитый прием. Он будто радостно машет зрителю и вопит. Погляди, погляди. Этот фильм основан на картинках с подписями. У нас даже кадр также разделяется. К счастью, Marvel и DC сейчас как-то обходятся без сплитскрина. И ничего, никто не жалуется. У меня есть всего одно возражение. И это возражение называется «Скотт Пилигрим против всех». Тоже экранизация комикса, но сплитскрин используют с неповторимым изяществом. Твое возражение не принимается. Пилигрима снимал Эдгар Райт. Эдгар Райт – гений монтажа. Продолжаем. Thank you. Просто старайтесь не использовать джамкаты, правда. Они банально выглядят дешево. Когда друг за другом идут два почти одинаковых кадра с небольшим разрывом по времени или приближением, зритель сразу чувствует, его пытаются обмануть. Создать динамику там, где она изначально не была заложена. Самый простой способ убрать из монтажа джамкаты – поставить еще одну камеру рядом с основной. Ракурсы должны отличаться, но не сильно. Ровно настолько, чтобы пропал эффект того же кадра, но с приближением. Проблема у этого решения довольно очевидное. Далеко не всегда дополнительная камера есть под рукой. Альтернативный вариант – использовать, наоборот, четко выраженные джамп-каты. Тогда они становятся полноценной творческой фишкой и помогают передать, например, напряжение в сцене, как в «Магазинчике ужасов». Спешку в «Беги, Лола, беги», ощущение проходящего времени в «Семейке Тененбаум» и так далее. В обоснованных повествованием джамп-катах нет ничего дурного, но без лишней необходимости их действительно лучше не использовать. Вам не нравятся джампкаты, потому что многие просто не умеют с ними работать. Тут главное, чтобы действие максимально разнилось между первым и вторым кадром. Тогда для зрителей это будет считываться как акцент,
как ускорение времени. А если мы джампкатим очень похожие действия в той же композиции, то получается лажа. Еще один набивший оскомину прием – это бесконечная сепия и монохромный фильтр во флешбеках. Стоит повествованию отправиться в прошлое, как с экрана пропадают или становятся блеклыми цвета. Иногда поверх накладывается крупное зерно или помехи. Хотя признаю, что обычно такой цветокор и эффекты обоснованы. Например, в пищеблоке флешбеки показывают войну и бесчинство солдат. Не самые веселые события, приглушенные тона тут к месту. А в «Гладиаторе» совершенно другой цветокор в воспоминаниях главного героя подчеркивает, что когда-то он жил совершенно другой жизнью, от которой ничего не осталось. С другой стороны, сепия и монохром у людей четко ассоциируются со старым черно-белым кинематографом. Искажение картинки с винтажными проекторами. Так что зритель сразу понимает, картинка растеряла цвета, появилась рябь. Все, сейчас ему будут показывать что-то из прошлого. Решено, говорит. Будете стреляться. Но ведь на это можно указать и как-то пооригинальнее. С помощью соотношения сторон, например. У Уэса Андерсона в отеле «Гранд Будапешт» разные временные промежутки обозначены разными форматами изображения. Прошлое идет в классическом академическом 1:37 к 1. События 1968 года в соотношении 2:40 к 1. А условные наши дни 1:85 к 1. Как только фильм перескакивает из одного времени в другое, зритель видит другой формат изображения и сразу все понимает. The plot thickens, as they say. Why, by the way? Is it a soup metaphor? И вообще, монтаж не всегда должен как-то указывать на изменение времени. У Тарантино в «Бешеных псах» сцены расставлены не в хронологическом порядке, но зритель разбирается в их последовательности сам, с помощью сценарных намеков и умелой режиссуры. А Дэвид Линч в «Малхолланд Драйве» вообще устраивает из флешбеков целую головоломку, поэтому визуально временные линии друг от друга не отличаются совсем. Слушайте, я тут вспомнил, как моя бабушка пыталась осилить первый сезон настоящего детектива. И насколько сильно она сокрушалась, когда не могла понять, в какой временной линии сейчас происходит действие. Потому что, кроме как разных образов главных героев, они особо друг от друга не отличались. Страшно представить, что бы с ней было, если бы она познакомилась с творчеством Дэвида Линча. Вытеснение или вайб после лукасовских «Звездных войн» уже не кажется чем-то чужеродным в кинематографе. Более того, вайпы создают приятное, аналоговое такое ощущение ретро. Вот посмотрите на этот переход. Выглядит не супер современно, но очень ведь уютно. А теперь на этот, из поля битвы «Земля». Какой ужас. А ты, я погляжу, сразу к радикальным примерам перешел. Такие вайпы, как в «Поле битвы», сейчас все же выглядят слишком олдскульно. Кто-то вообще может счесть их за безвкусицу. Но есть и другой тип вытеснения. Посмотри на фильмы Эдгара Райта. Склейка в них часто происходит через конкретный предмет, который движется по сцене. Строго говоря, это тот же самый эффект, что и в «Звездных войнах». Но за счет объекта, на котором зритель фокусирует взгляд, ощущается он вполне современно. Можно использовать. Ой, ну все, камон, последнее, что мне хотелось бы видеть в современных фильмах, это vibe transition или переход через шторку. Ребзи, такое простительно, ну только мандалорцу. Quill, do you copy? Quill! Ух, дискуссионный вышел ролик. Так что, как только мы попрощаемся, вы спускайтесь в комментарии, чтобы излить хейт из-за того, что мы перемыли косточки вашему любимому фильму, или чтобы поддержать нас и тоже пожаловаться на скучный современный монтаж в кино. В общем, обсуждаем. А еще ставим лайки и подписываемся, если ролик вам понравился. С вами были Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин и Влад Саботовский. И надо бы на прощание какую-нибудь совсем ужасную склейку вставить, да?